17 лет в розыске. В Москве задержан 48-летний мужчина. По данным следствия, используя поддельные документы, он пытался скрыться от наказания за убийство, совершенное в Ульяновске. В марте 2005 года он на территории промзоны, рядом с железной дорогой, ведущей в аэропорт, нанес своему знакомому несколько ударов деревянной палкой и молотком по голове. От полученных ударов потерпевший скончался на месте преступления. Задержан он был на территории города Москвы. Расследование уголовного дела продолжается. Теперь подозреваемому грозит реальный срок от 6 лет лишения свободы.